В большинстве люди любят зиму за праздники, веселье и классические русские зимние забавы, такие как снежки и катание на санках. Но на Кубани снег выпадает не так часто, как в средней полосе, и лежит недолго. Чем же можно занять себя теплой кубанской зимой и провести время с пользой и с удовольствием? Хоть и нет еще снега, но вот песочницы мы играем, он не может да не даст себе вылезти оттуда. Желание детей есть такое, ходить на каток. Ну, так как у нас катка нету, да, ну, искусственно там можно у нас в Краснодаре съездить, покататься. Ну, вот дочка недавно нашла интересный вариант. В Краснодаре есть такое новое развлечение, как квест. Дети занимаются тем, что выполняют определенные там задания. Вот оборудованная специальная студия, вот, в принципе, довольно-таки недорого. Я посещаю горы Лаганаки, Дамбай, там, так что развлечения, там и снег всегда есть, и развлечения. При желании можно найти мест очень много тут для отдыха зимнего, достаточно, обязательно наличие снега. Даже подъехать к реке или в ту же Азирскую теснину там съездить. Можно покататься на велосипедах, ну, конечно же, по тротуару, если это несовершеннолетние дети. Мы работаем, работаем, еще раз работаем. Дома можно украсить свою квартиру, переделать в квартире что-то. Боулинг, бильярд, спортивный зал. Да, я в спортзал хожу. Ну, это как хобби, можно сказать, для личного поддержания настроения. В городе все равно у нас можно найти что-то, что можно посмотреть то, чего ты не видел когда-то. Это так. Погулять по нашим, вот, допустим, по тем же закоулкам, посмотреть у нас новая архитектура в городе появилась, это очень красивые дома. Можно вот взрослому человеку надо посмотреть, и детей можно к этому приучить как-то. Мы не городские, мы поселковские, вот мы там, у нас в парке ходим, у нас там есть качели, мы на качелях ходим, на горке ходим, хоть и холодно, но все равно он ходит туда. У нас можно выехать куда угодно. Вот ближайший, вот мы, например, скоро едем из Сентуки, просто сами по себе сели и поехали. Вот, попить водичку, погулять, посмотреть на наш Кавказ, который мы давно не видели, другой Кавказ, а у нас другой Кавказ. Ну, море чего можно, просто главное, чтобы человек жил, старался, радовался. Я сделал машинку, она у меня ездит как-то. Из чего ты ее сделал? Из железа. И туда прикрутил колеса, моторчик сделал, и она поехала. В моем возрасте единственное, чем я занимаюсь, утром хожу, перехожу на интернациональную, от красной до конца, перехожу, вот возвращаюсь, сейчас через рынок домой пойду.